Прочитанная катка. Я подумал скипнуть, кого увидел. Эйса с планеткой сотого. Ладно. Типа не сегодня. Вон. Да, алло. Капец, это стакается. Genetic material ready for transport. Mm-hmm. У меня хак сейчас вообще по-новому открылся, если честно. Вообще по-новому. Какая-то духота прям. Yeah.
зараза, точно я забыл, что она выключена. Так, поехали. Мы каждого по разу повесили. Не знаю, это, наверное, плохо. Очень мало времени использовали. Точнее, мы фул время использовали против них. Ну, а. Больше у нас нечем замедлять игру. Я думаю, надо минусовать. Если я положу этого, тот все равно замедлится. А у меня скорость передвижения будет. То есть... Билд-то работает? Интересно, рандомный билд выпал. Ну реально, он же офигенный. Разве нет? Stop squabbling, you infinitesimal worm. Единственное, что плохо, они сейчас чинят два генератора, а это уходит очень далеко, еще и под круг. То есть это прям вот минус. Мы пойдем в сторону генчика. Да, вот первый ген. Ой, это шикарно. Скорее всего, сейчас будет адреналин. Пока что я его не вижу. Так. Да.
Найс, крутит. Так, дурачка в бан отправили. Ля, все успевают, ты посмотри. Все успевают, дурачка в бан отправить. И, блин, что-то здесь еще сделать. Ну, киберспорт. Генчик, ты хорошо вычинен. Три повесика осталось, кстати говоря, и это очень... Это не может не радовать. То есть мы сейчас сделаем минус 2. Чел шприц я вколол. Это орешек. Окей. Здравствуй, Хик. Прям такой хороший рандомный билд. Я бы даже сказал замечательный. А, он сразу убежал, серьезно? Пускай мы за ним пойдем. Дочинивает, мы выходим в минус 3. Орешек возможен. А-а-а, хорош. Бежит эти ворота. Но открывать не стал. Может, в обратку пошел? В обратку не пошел. До этих бы ворот он не успел. Здравствуй, друг. Чё, ГГшечка? Неплохие минус 4. Эйсика вовремя вырубили, за счет чего очень хорошо вышли вперед. На генчике. Ошибка была в сорвании дочинивать вот этот ген. Дочинил бы он раньше. Спас бы, получается, Клоду. Возможно, хотел адреналин Клоде дать. Но не успел. GG. Нет, у Клода не было адреналина. Но это было интересненько. А, подожди, Legends у меня в друзьях. Блин, а чё... Ой, если б я знал, я бы отпустил. Надо было чекать. Я смотрю, опять ник знакомый. Блин. Эх, ну ладно, ничего страшного. Ну вот, вот это вот я... А, не, кстати, не с Эйсом они боролись с Юнчин. Хороший катчик.